В Кыргызстане продолжается жесткая борьба с организованной преступностью. Госкомитет нацбезопасности практически каждый день задерживает членов ОПГ. Только сегодня в изолятор временного содержания были водворены 3 гражданина. Так, вице-президент Федерации борьбы Ахрор Иминов подозревается в финансировании ОПГ Камчик Кульбаева. По данным следствия, он был вовлечен в деятельность ряда компаний по транспортировке и логистике грузов, а также принимал участие в сборе так называемой дани для общей кассы членов ОПГ. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Создание организованной группы или участие в ней Уголовного кодекса страны». Вместе с тем был задержан активный член ОПГ Кульбаева, 46-летний Казбек Билалов. В криминальном мире он известен как «Черный Казбек». Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Задержание проведено в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Создание организованной преступной группы или участие в ней». ККНБ также задержал бизнесмена Олега Подобедова. Он подозревается в причастности к организованной преступной группировке «Камчик Кульбаева». При обыске в доме и рабочем кабинете Подобедова были найдены патроны от огнестрельного оружия, ножи и большое количество государственных документов, паспорта, дипломы и не только. Была назначена проверка финансовой деятельности фирм бизнесмена. Наряду с этим ГКНБ задержал бизнес-партнера крим-авторитета Камчик Кульбаева. Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Легализация преступных доходов» в отношении ОПГ Кульбаева, 4 октября был задержан и заключен под стражу гражданин Буотаев Азрет, проходящий по уголовному делу в качестве соучастника преступления. В частности, Буотаев Азрет является соучредителем центра отдыха «Каганат Резорт» и владельцем ОСО «Аврора Групп», то есть выступает бизнес-партнером Камчик Кульбаева. При этом информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что недвижимое имущество, расположенное по адресу город Бишкек, улица Курултая, дом 53, принадлежит другому гражданину, не соответствует действительности. Активную работу по нейтрализации ОПГ положительно оценивают эксперты, потому что это позитивно скажется для всех секторах общества. Ну, в общем-то, на заре нашей независимости вот такие криминальные организации пытались влиять на молодежь, да, понятно, что они готовили свое будущее. И это достаточно опасный прецедент для страны. Ну, а второе, безусловно, криминал пытается влиять на бизнес. Ставить его на счетчики – это, в общем-то, распространенная тенденция. Речь не идет только, допустим, о Кыргызстане. Это как бы международная практика. Преступные группировки ставят на счетчик и где-то рейдерят бизнес, да, где-то пытаются войти в состав бизнес-компаний. Первым делом улучшится инвестиционный климат и искоренятся экономические преступления. К таким мнениям присоединяется и глава Кабмина Акылбек Жапаров. Кыргызстан станет райским уголком для иностранных инвесторов, простых граждан и бизнесменов. Демократия и свобода слова будут развиваться еще больше. Отныне не будет такого понятия, как криминал. Главное, чтобы каждый гражданин и рядовой сотрудник милиции информировали высшее руководство о тех, кто на местах себя называет черным. Остальное дело уже за нами. Активная борьба с организованной преступностью вскрыла коррупционные схемы и финансовые махинации как в государственных, правоохранительных, судебных структурах, так и в частном секторе. Более того, действия ГКНБ ликвидируют влияние криминалитета на политическую и экономическую сферы жизнедеятельности страны. До этого работа, значит, правоохранительных органов была направлена на пресечение, а сейчас мы видим, что не только пресечение, помимо профилактической работы, это мы видим, что многие члены ОПГ не отрекаются от своей. Я считаю, что бюджет за время, когда ОПГ организовывали свою деятельность, нелегальную деятельность, зачастую бандитскую деятельность, запугивали, угрожали бизнесменам, предпринимателям, нашим инвесторам, миллиардные суммы бюджета не поступали в наш бюджет, так как они оседали в карманах вот, организационных преступных групп. Это напрямую влияет на наш бюджет, это влияет на то, что колоссальные налоги не поступают, теневая экономика растет, миллиарды суммы оседали в других карманах. Отметим, что проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к организованной преступной группировке так называемого «вора в законе» Камчик Кульбаева. После ликвидации крим-авторитета в Кыргызстане по подозрению в причастности к его группировке было задержано около десятка человек. Среди них известные общественности люди.
Ахмер Нурдинова, Жакшыл Исаков, ЛТР, Бишкек.